Каникулы – веселая пора, уроков нет, зато есть куча свободного времени. Можно проводить его, веселясь на детской площадке, а можно с пользой, отправившись в Развилковскую библиотеку. Здесь проводится множество интересных мероприятий. Можно, например, стать участником мастер-класса и постигнуть таинство мыловарения. Также основу, пока вас не было, я ее растопила. И есть вот такие специальные формочки. Я в эти формочки их залила. И вот они что у нас получились? Шарики. Да, вот так вот я делала много-много цветных шариков. Строго говоря, мыло сейчас никто не варит. Перед заливкой в форму его растапливают в микроволновке. Форма в данном случае весьма оригинальная. Яичная скорлупа, из которой вынули желток и белок. На этом мастер-классе делают подарок к Пасхе. Увлечение это очень практичное. Мыло всегда пригодится в хозяйстве и вряд ли будет лежать на полке, в отличие от многих других, даже самых красивых поделок. Кроме того, кусочек собственноручно изготовленного мыла – это отличный подарок на любой праздник. Главное – правильно его оформить. Чтобы мыло из обычного куска превратилось в произведение искусства, одной оригинальной формы мало. Необходимы наполнители. И здесь можно дать волю фантазии. Ведущая мастер-класса Екатерина Федотова считает, для того, чтобы мыло получилось, от того, кто его готовит, требуется самая малость. Это должно быть желание. Вот если есть желание, то мыло по-любому получится. Такого, чтобы мыло не получилось, оно просто не бывает вообще. Я сама по себе мыло варю, наверное, лет с 9, когда понятие мыловарения не существовало вообще. Мы жили у бабушки в деревне, тогда нас голову заставляли мыть хозяйственным мылом, оно было невкусное, и мы с сестрой его на терке натирали, туда красную Москву наполняли, все это на водяной бане топили. У нас было желание иметь хорошее мыло, и оно у нас тогда получалось. Поэтому для мыловара основное – это вот желание. Судя по тому, с каким энтузиазмом ребята корпели над своим мылом, желаний у них хоть отбавляй. Среди тех, кто принял участие в мастер-классе, были и дети с особенностями развития. И отрадно отметить, что на результаты труда это не отразилось никак. Интересный факт. В средние века мыло было дорогим и недоступным. В подтверждение этого историки приводят довод, что даже королева Испании Изабелла Кастильская смогла воспользоваться им всего два раза в своей жизни – при рождении и перед свадьбой. После того, как все необходимые ингредиенты поместили в форму, мыло отправилось в мобильный холодильник остывать. Заполнить паузу решили фотосессии на фоне гигантских одуванчиков. Выбор дополнительных атрибутов весьма широкий. Улыбаемся, девчонки! Здесь же Екатерина Фролова рассказала о теме следующего мастер-класса – изготовление праздничных венков, также из самых простых материалов. Тем временем мыло застыло и пришло время освободить его из формы. Дело это оказалось нелегким. Самое дорогое мыло в мире, Катар, производится тоже вручную в Ливане одним из местных мастеров. 160-граммовый кусочек стоит $2800. С виду обычное мыло, не лучше этого, но в нем есть 5 грамм алмазной и 17 грамм золотой пудры. Для участников мастер-класса то, что они сделали своими руками, тоже дорого. Ведь они вкладывают в свое творение любовь и душу. Последний штрих – упаковка. Как известно, именно она создает праздничное настроение. Наклеиваем цыпленка и готово. Результатом довольны все. Я хочу маме подарить, и мне очень все понравилось. Как, особенно, когда мы делали мыло само. Мне очень понравилось, что мы делали такое мыло, и я бы его подарил папе. Скоро эти подарки будут радовать родных и близких ребят. А впереди у школьников еще немало разных полезных развлечений, ведь каникулы продолжаются. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ.